сегодня выписали из больницы с таким же кашлем, с такой же одышкой. Мы пролежали в больнице, но толку почему-то мало. Пролежали мы 5 дней. Нам кололи цифтраксон, самый сильный антибиотик. Делали капельницы, дексаметазон. Но почему-то одышка все равно осталась. Сегодня вызывали мы скорую, еще сделали капельницу дома уже. Вот и все.